Шарлотта, я хочу выдвинуть вас на пост следующего президента США. О, боже. Вы были прекрасным секретарем. Госсекретарем. Какого штата? Всех вместе. Почему это госсекретарь на нас таращится? Потому что я ее знаю. Может, ты и с русалкой знаком? Своим-то не заливай. Да, наверное, она меня не помнит. Секретарь Филд хочет с вами поговорить. Со мной? Не могу избавиться от чувства, что мы знакомы. Так и есть. Правда? Представьте меня лет на 20 моложе. Вот таким. Фларский? Да! Ну и чем ты теперь занимаешься? Я журналист. Ты отлично пишешь. Но иногда тебя просто слишком много. А мне не кажется, что меня слишком много. По-моему, в самый раз. Очень рада, что мы снова встретились. Ой! Ай! Бычок упал! Я живой! Этот бойстумен назвал меня бычком. В каком именно смысле вы знакомы? Меня иногда просили с ним посидеть. Вы были у него няней? Да, как время с ним обошлось. Мне нужны редакторы, чтобы добавить перца в речи. А Фред очень недурно пишет. И он меня знает? Он меня пугает. Чтобы писать для вас, я должен сначала получше вас узнать. Ваша любимая книга в детстве. Плюшевый заяц. Любимая песня? Должна быть, это была любовь. Урок. Самый неловкий момент? Меня не так легко смутить. Да, меня тоже. Ваша любимая поза в сексе? Нормально, лицом к лицу. Боже мой. Что еще за вопрос? Посмотри на себя. А у вас какая любимая секс-поза? Не хамите, Фрэнк. Вы с кем-то встречаетесь? Кто станет мотаться за мной по свету и надеяться, что у меня останется время на ласки. Да. Мы же чуть не умерли. Да, мы едва не погибли. Мы должны вас перевести. Спасибо, агент М. Это как в «Красотке», только она Ричард Гир, а ты Джулия Робертс. Это были лучшие несколько недель моей жизни. Мы просили 1000 избирателей. Что они скажут, если Кейт Миддлтон поняла, к чему клонит, станет встречаться с Дэнни Девито? Реакция негативная. Последний раз ты отрывалась на концерте Spin Doctors. У нас проблемы. У меня такие проблемы. Что стряслось? Вода кончилась. Он такой гибкий, да? Да. Ой.